В Центре дополнительного образования СРГ в Ленске прошел 6-й молодежный форум «Ленский берег 2016». Форум, как и в предыдущие годы, собрал инициативных, талантливых и перспективных молодых людей. Чем им запомнилось участие в форуме, расскажут наши корреспонденты. Участниками 6-го форума стали 40 молодых, инициативных и талантливых ребят, большинство из которых – участники постоянные. В этом году в рамках форума прошли общие занятия по трем тематическим направлениям – предпринимательство, инженерное направление и новое направление – профсоюзное. Преподавателями 6-го форума стали три новых молодых лектора. Это лектор общих лекций Евгений Нилов, член сетевого партнерства, конструктор сообществ практики «Город Москва», и лектор направления предпринимательства Семен Сивцев, член сообщества предпринимателя Республики Саха-Якутия «Бизнес-клуб». И лектор направления инженерное Алексей Куприянов, член общественной организации Координационный центр технических специалистов «Я инженер» Республики Саха-Якутия. Первый раз я здесь на земле Ленской, значит, Ленский берег и на вашем форуме. Поэтому, значит, мне все незнакомо, все ново. Значит, надеюсь, что все будет прекрасно и приятно. Все три дня форума проходили довольно насыщенно. Ребятами был прослушан как курс общих лекций, так и по направлениям. В процессе обучения ребята получили навыки презентации и почерпнули для себя еще много полезного. В итоге участниками было выработано 14 проектов, но только 7 смогли пробиться в финал, 3 из которых по голосам экспертов стали победителями. Это проект восстановления экосистемы озера Щучи. Его реализация по подсчетам автора должна обойтись в 2 миллиона рублей. Поэтому проект решено было представлять на республиканском форуме. Как и в предыдущие годы Ленский берег прошел на ура. Все участники остались довольны. Теперь с нетерпением ждут следующей встречи. Светлана Полеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.